Анна Чверткова, актриса театра и кино. Родилась и выросла она в Севастополе. Аня воспитывалась в творческой семье, поэтому выбор профессии был очевиден. Девушка успешно окончила студию актерского мастерства Романа Виктюка, фильмографии начинающей актрисы, много интересных актерских работ. Ну а сейчас Анна дебютирует как режиссер короткометражного фильма «Встреча». Жанр картины – лирическая драма. Это в какой-то степени автобиографичная история. Я сама росла без отца. И, в принципе, я понимаю, как это тяжело, когда не хватает близкого человека, мужской руки, скажем. Анна Чверткова не только режиссирует проект, но и выступает в роли автора идеи и соавтора сценария будущего фильма. Сценарий у нас уже есть готовый. Подбор актеров у нас тоже есть. В главной роли актриса не знаменитая, а вот отца будет играть Михаил Багдасаров. Это замечательный актер. Вот, команда, в плане команды у нас замечательный оператор, который сейчас работает над проектом «Небесный Крым». Это Сергей Дебежева. Локации у нас там, собственно говоря, только в квартире идет сцена и проезд в катере, и воспоминания ее о детстве, когда она плывет на встречу с отцом. А фильм посвящается отцам, которые бросают своих детей. Сама идея очень интересная. И, в общем-то, она актуальна. Это такая морально-нравственная направленность. То, чего сейчас, на мой взгляд, не совсем хватает в обществе. Идея о сохранении семьи, о том, что каждому ребенку нужен папа. О том, что одно какое-то опрометчивое решение человека, да, может поменять судьбы многих. Мне было интересно видение самого молодого режиссера, и, в общем-то, было принято решение, что это будет ее дебютная работа режиссерская, потому что она настолько ярко, настолько красочно описывала просто разные сцены, что а чего искать другого режиссера? Вот ты готовый режиссер, а мы тебе поможем. Конечно, мы поможем молодому автору, поможем Ане снять это кино. Лирическая драма «Встреча», короткометражка. Фильм снимается в фестивальном 15-минутном формате. Планируется, что съемочный процесс не будет долгим и займет всего около недели. Хочется верить, что и дорога картины к зрителю не станет длинной, и она выйдет на экраны уже в ближайшее время. Иван Разумный, Елена Глушкова, Севастопольское телевидение.